Так, продолжаем. Давайте-ка еще раз попробуем поговорить с Алексом. Я там, по-моему, одну строчку пропустил. Может быть, он все-таки начнет разговаривать, засранец этот старый. Хотя какой он старый-то? Блять, ну опять откидывает. По поводу твоего задания, слушаю. Нет, доклад будет позже. Ну правильно, значит, как говорят, надо этому штакету артефакты принести. Бесполезно все это. Ладно, хрен с ним. Ну, значит, да, как говорят, нужны артефакты штакету. Хотя при чем тут штакет, если я собираю информацию, зачем мне. Я ему уже все уже рассказал, все, что мог тут узнать. Или если штакету принести артефакты, он еще что-то расскажет. Штакет, в смысле. Ну, возможно. Штакет. Есть работа? Понял, вернусь с артами. Короче, артефакты вот он уже. 4 артефакта. А ну-ка, может быть, сейчас уже начнет открывать. Не выполняя задание. Блять, ну смотрите, видишь как? Вот я только что зашел в игру. Говорят, что это когда долго играешь. Вот я долго не играл. Вон, пару минут поиграл, все, я откидываю. Вот как играть? Бесполезно, нужны арты. Так, какие там арты-то хоть? Блин, не туда нажимаю вечно. Экрана, подушка А, стабилизатора щита. Пойдемте попробуем купить. Еще и экран для Дыбенко как раз сразу. Два экрана, короче, нужно. Щит, стабилизатор. Подушку. Откидывает. Откидывает и все. Хоть убей. Нафига я тут попёрся? Да блять, ну вы еще. Пойму. Ну давай, выбегай уже. Чё ж с игрой-то стало? Раньше, да, действительно тут лагов было поменьше, да и не откидывало так. Поменьше смысла, чем в зоне. Сейчас наоборот хуже только стало все. В этом плане. Офигеть. Ну вон, видите. Причем не играл вот пару дней. Думал, может быть, у них там действительно какие-то проблемы. Уже исправили. Нет, то же самое. Вот. Как было хуево, так и осталось. Так что это уже не временные какие-то проблемы были, это надолго. Так, что я хотел-то? Артефакты купить. Да что же ты будешь делать? Не, наверное, пока последнюю серию я эту запишу. Ну как играть, сами видите, невозможно. Ну-ка. Артефакты. Тиграф.
Подушка. 35 30 27. Двадцать пять. Вот. Так, ясно, подушку уже 25 можно купить. Резина нафиг не нужна. Стабилизатор. 32. Тридцать. Артефакт, стабилизатор. А, это обычный, не А, не Б. 5 миллиамов. Который уже не найти, да, нигде. И который нужен для крафта автомата, вот. Или как? Фиг знает, короче. Так, щит. 45, 40, 41. 40. Так. Экран А, 20 000. Вот 19 есть. 15. Так, ладно, что тут уже морочить, короче. Давайте вот. Вот этот. Этот листаем дальше, то есть назад. Так, щит. А что там дешевле 40, я не видел, по-моему. Давайте 40. Охотник, квадрощип. Нет, не надо нам охотник. Вороватый квадрощип. Охотник, кладовщик. Вот военный кладовщик, ну тут 50. Вот военный кладовщик, 41. Давай. Теперь стабилизатор. Вот 32. Военный кладовщик, отлично. Подтвердить. Щит, стабилизатор, экран и подушка, да? И что там еще? И резину, что ли, надо было, нет? Ого, резина. 300 тысяч. Подушка. 29 30 35. Вот 25. Военный кладовщик покупаем. Так. Экран, подушка, стаб, щит, все. И дыбенки, экран пойдемте сдадим. Экран, подушка, стаб, щит. Приходит в движение. Бывшие ловушки исчезают, появляются снова. Ну, сейчас вроде не откидывает. А нет, откидывает. Размечтался.
Собаку еще тут не хватало. С артами иду. Блять, ну откидывает. Так, штакет. По поводу артов. Держи экран А, подушку, стабилизатор, щит. Все. Все арты тебе отдал. И правда, молодец. Прямо как в аптеке. 4 разных вида. Уважаю. Теперь, если хочешь, можешь обменяться какими-нибудь вещами. Какими там вещами? Колобок. Да не надо мне ничего от тебя. Да блять. Я так никогда не доберусь, куда нужно. Штакет проворачивает дела. Кислый, кто это? Его грохнули? Пока нет. Тогда чего ты переживаешь, штакет? Хорош строить из себя крестного папу, но это все показуха. Не думаю, что твоему кислому что-то реально угрожает. Ты главное скажи, штакет, побег или восстание не замышляет? Да ничего не замышляет. Давай посылку, короче, задолбал ты уже. Ну вот он нихуя не отдает никакую посылку. Узнал, что хотел? Да, пожалуй. Пока нашему союзу ничто не угрожает. Вот палку, успокоим со временем. А ты заслужил благодарности карманные. Ну и отлично. Чё там выполнен... Блядь, чё там выполнено-то? Фига, тут чё-то целая куча выполнена всего. Так, ну это я еще. Короче, тут все смешалось в одну кучу. Предыдущее то задание штакетное и вот это. А, вот, выполнено задание сбор информации. Прицел. Пояс. ПСП 842, это на этот? На СВД? Или какой он там, хрен знает. Посылку Морозова гони сюда. Нет, не отдает все равно. Крученый бывший подельник Морозова. Мы считаем, что они вместе проворачивали дела в Любичи. Еще до нападения мутантов. Всех этих проблем со связью. Чем же занимаешься большинство недобросовестных солдат? Последняя сделка у них сорвалась, но так получилось, что Морозов всю вину спихнул на Крученого. И Крученого заказали. Морозов сказал, что Крученый убит. Я в курсе. Да, в конце концов, кто-то до него добрался. У нас есть основания полагать, что это был сам Морозов. Он мог застать его врасплох, нанести удар в спину. В этой посылке грязные деньги, которые заказчик пытался передать Морозову. Плюс бонус за, цитирую, своевременное исполнение условий контракта. Мы не можем достать самого Морозова, на это нет ни времени, ни ресурсов. Но эту посылку я ему не отдам. Ну понятно, короче, Морозов там сам, блядь, пакостник какой. Так, и чё нам теперь к Морозову надо вернуться?
Поругать его или что, нет? Угу, к Морозову. Давайте я прицел этот выложу. Да что ты будешь делать? Ну, исходим к Морозову в этой серии. Да, блядь, ну вот видите, ну невозможно так играть. В зоне нет таких проблем. FPS, конечно, тоже, блядь, никакой. Но вот таких вот дерганий нету. Можно, конечно, сваливать, что это у меня интернет такой. Все дела, но... У меня такой интернет только... На Stalker Online. Так, а чё у меня там? Крохотный домовой, так. Блять, экран забыл этому отдать. Да съебись ты, сука, блядь! Гадина. Без вас, блядь, нервотрепка такая. Не, все, надо заканчивать со Stalker Online. Ну и, конечно, ничего не нашли. Может, в следующем году что-нибудь изменится. Так, прицел выложить. Не забыть этому козлу, блядь, занести сейчас. Экран. Ладно, не хочу рыться тут, ничего это. Туда-сюда трелевать эти, блядь, никому не нужные шмоточки. Подлечи-ка меня. Чё нет кнопки сожрать все? Вот жрёшь по одному кусочку. Пойдемте, отдадим экран. Ну, за этой нервотрепки еще все забываешь, блядь, на ходу. Вон, видите, что это такое, блядь. Играй больше в Stalker Online. Ну как в него больше играть-то, когда он что творится? Наоборот, надо поменьше в него играть. Я не знаю, я успею сегодня добраться, нет, до этого Морозова, блядь. Такими темпами, блядь. Я не знаю. Держи артефакт. Еще вопрос.
А ты все, я смотрю, шутишь, это хорошо. Сейчас тебе предстоит прогуляться на кладбище химотходов. Ну, понятно. Это между делом там пройдем. Возьмем. Один с ним, пусть висит это задание. Специально я туда не попрусь. Окрестности Любича. Ну вот оно. Химический могильник. Вот здесь порыться, пройтись. Пойдемте к Морозову. Если получится дойти. Что он мне там дал, интересно, этот? Нихера не дал. Отстаньте. Суки. Да ты сука такая. Не, все, наверное, это пока последняя серия. Нахуй мне эти нервы. Не, ну видите, что это такое? Как так играть? Дальше, я не знаю, продолжу уже в следующем году. Зайду, проверю, если хоть что-то там изменится. Пока что невозможно. Ну или когда новый интернет у меня появится, а скорее всего это никогда будет. Хотелось бы, конечно, играть, но это насиловать самого себя вот так вот нахуй надо. Лучше в зону. С говнистым FPS, со всей хуйней, со всеми этими, блядь, прочими недостатками. Но вот эти вот откидываний там вот таких нету. Что-то какие-то мелкие собачки, что ли, стали? Или такие и были? Да, все-таки зоны как-то стабильнее клиент. Пусть он как-то и тяжелее, так скажем, там, FPS посильнее, просильнее, но он как-то стабильнее работает. У меня, по крайней мере, не знаю как-то. У других. Он как бы тяжелее тогда этот клиент, ну так. Как бы более вязкий такой, так, или как, не знаю, как выразиться, но он стабильный, блядь. О, откидывает и все. Там сзади бежит. А, это крысы там ли ползают.
Да тут даже не знаю, сталкер тоже не может FPS-ом похвастаться. Нужен мощный компьютер, чтобы играть в него все равно. Ну и плюс откидывание вот эти. Так, Морозов. Говорят, ты убил Крученого. Что за глупые слухи? Никогда я не убивал. Ладно, забей. Труды твои оплачу. Дальше я сам разберусь. Ну, сука, он точно он убил. Сразу заюлил. Гад, блядь. Говори, что было, или сдам тебе Алексу. Так, стоп. Я рассказал. Я тут ни при чем. После одной досадной неудачи батьку заказали. Тогда мы с ним договорились. Я беру заказ, подстраиваем его смерть, находим свидетелей, делим деньги. Нам удалось убедить заказчика, что Крученый мертв и что убил его я. Он обещал выслать награду. Вот и вся история. А через пару месяцев Крученого и правда грохнули. Как я сказал, печально, но бывает. Если не ты его убил, тогда кто? Да кто угодно, люди дохнут в зоне как мухи, маньяки, мародеры, грабители. Кроме того, Крученый мог успеть насолить кому не следует. В смысле? Крученого сильно расстроила наша последняя неудача. Он больше не хотел промышлять продажей за кордон. Искал высший смысл. Полез мирить белых с военными. Он мог связаться с выходцами из братства. Или какой-нибудь солдафон мог не разобраться. Решить, что батька один из этих фанатиков. Его смерть была вопросом времени. При такой-то социальной активности. А я говорил ему, надо залечь на дно. Не светись. Ну, сам посуди. Заказчик считает, что я его грохнул. И даже выслал мне гонорар. Да, мы в закрытой зоне, но земля слухами полнится. Один такой слушок мог вылететь наружу. Даже раньше, чем сюда пришла посылка. А это значит, что могли нанять другого киллера. Не смотри на меня так. Я аферист, а не убийца. Гондон ты, короче, Морозов. Так, а это что, задание так и продолжается? А нет, друга я потерял, обычная для зоны история. Еще ждал посылку из большого мира, так ее не отдали. Ты идиот, я тебе только что... С тобой только что об этом разговаривал. А потом проспорил свою броню. Черная полоса у меня, сталкер. Оставь и ступай с миром. Ты просрал броню? Еще нет, но дело, считай, уже решенное. Моя старая броня, кинолог. Она и так на ладан дышит, но очень дорога мне как память. Я получил от прапорщика список мутантов, которые он, в свою очередь, подглядел у доктора Зиновьева. Там перечислены все известные мутанты зоны. Среди них есть даже пара легендарных. Вроде тех, что до сих пор встречались только в сталкеровских байках. Мы договорились, что мой товарищ убьет по 30 мутантов каждого вида. И по 3 мутанта каждого известного подвида. Но товарищ погиб. А сам я далеко не такой храбрый. Вот если ты выполнишь задание вместо него, я одолжу тебе броню на месяц. Видишь ли, для меня это будет лучше, чем совсем проспорить. Ну, броня там этот кинолог уродливая. Ее я ни в жизни не надену и никогда в ней ходить не буду. Ну, квест мы все-таки возьмем. Я его еще ни разу в жизни не делал. Так, тут... балуются и обзываются, как обычно, друг на друга. Что там? Ты косой. EDC стасывает. Ну понятно, короче. А чё у них ники какие-то фиолетовые? Что это означает? О, теперь не фиолетовые. Это типа что, он не ПКшник или чё?
Так, что он мне там дал-то, этот, вязанку? О, давайте напялим. Все равно никакого головного убора другого нет у нас. Ну, пусть вязанка будет. Отлично. Так. Говорят, нафига ты купил секвою, если она по этому, по квесту, база Эхо-7? Да как я его выполню, эту базу Эхо-7, если там полным-полно этих бесов, а отлежаться невозможно в этой игре? Это надо туда идти гурьбой, договариваться, у меня нет на это ни времени, ни желания. Оформлять какие-то там группы эти все это договариваться, нет на это времени, самое главное. Так что, когда я этот квест делаю, ну там чудом, если когда-нибудь так... В зоне там, понятно, с отлежкой потихонечку добрался. Ну а тут как я это все? Тут надо живьем пройтись и собрать там все документы. Один я этого не смогу сделать. Это нужно ждать, вот именно, чтобы там толпа людей была. У меня нет времени на это. Вот почему я купил секвою. Заодно колобок отдал этому. Саньке бывалому квест тоже сдал. Ладно, все, давайте на этом закончим. Пока я прекращаю играть в Stalker Online. В новом году уже попробую. Зайду. Попробую побегать. Если будет так же откидывать, то ну что поделать. Ладно, закончим.